Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» в среду прибыла к своему пункту назначения, совершив путешествие длительностью в 3,5 года. Она приблизилась к околоземному астероиду Рюгу, который находится в 300 миллионах километров от нашей планеты. Цель миссии – разгадать тайну зарождения жизни во Вселенной. С нетерпением ждем момента, когда сможем сообщить, что «Хаябуса-2» успешно сел на Рюгу. «Хаябуса-2», что в переводе с японского означает «сокол», был запущен с космодрома Танагасима 3 декабря 2014 года. Год спустя он совершил гравитационный маневр близ Земли, получив ускорение, затем направился к астероиду. В ближайшие несколько месяцев он будет вращаться вокруг небесного тела на расстоянии около 20 километров, фотографируя поверхность. Затем «Хаябуса-2» выстрелит по астероиду медным снарядом со взрывчаткой. После этого в кратер сядет спускаемый аппарат, который возьмет пробы грунта. Как предполагают ученые, в почве должны быть органические вещества, изучив которые, можно будет предположить, как в Солнечной системе зародилась жизнь. Как ожидается, «Хаябуса-2» проведет на астероиде 18 месяцев. После этого начнет путь домой. К Земле он должен прибыть к концу 2020 года.